Рав, Рэбе говорит нам, что доставлять наслаждение Творцу дает силу получать высшие ступени. И мой вопрос, каковы действия нужно делать в десятке, чтобы доставить наслаждение Творцу? Какие действия? Все через товарищей. Как ты можешь напрямую с Творцом что-то сделать, как ты можешь его порадовать? Ты его не чувствуешь, ты это не понимаешь, ты не видишь результатов. Но если ты все это делаешь с товарищем, когда ты уверен, что Творец рад этому, значит, ты делаешь правильно. А еще... Что ты можешь, в принципе, дать Творцу? Что? К чему ты можешь подвести его? Что ему дать? Ничего. Поэтому все можно только через товарищей. Выходит, что все молитвы, которые были с Хессароном как можно большим, это противоположно слиянию с Творцом. Только в благодарностях можно прийти к радости. Да. Так это тогда совершенно неправильная молитва с Хессароном. Почему? Потому что она не соответствует стремлению отдавать. Смотря какой Хессарон. Хессарон — это Хессарон, желание получения. Нет. Это уже намерение? Да.